Привет всем! Вы на канале вязания, и я Светлана. Сегодня мы рассмотрим, как вяжется вот такой узор плесье гофре по кругу, то есть на круговых спицах. Я вот вам покажу, как прибавление делать, как соединять по кругу. Раппорт узора данного узора 8 петель. И одну петлю для соединения. Она потом уходит при соединении в круг. Всего два ряда в данном узоре. После прибавления, если будете прибавлять уже по каждому ребру, вот на лицевой стороне, на изнаночной, прибавляется по 2 петли слева и справа, то уже раппорт узоров, соответственно, будет прибавляться. Уже будет тогда 12 петель. И, соответственно, дальше, если будете складки в ширине увеличивать, то будет 12 петель, 16, 20 и так далее. То есть будет прибавление типа 4 петли. И, соответственно, в рядах тоже будет прибавление. Сначала идет 2 ряда в высоту, потом будет эти 4 ряда и так дальше. Все, приступаем к вязанию. Так, вязать я буду на вот круговые спицы тройка. И кратное 8 наберем. Это 32 петли. Так, я набираю 8 на 4, 32 петли. И плюс одну петлю, 33 для соединения в круг. Так, я набрала 32 петли, плюс 1, это 33 петли. Так, теперь я выравниваю. Вот так, чтобы ровненько было. Я дополнительную спицу не люблю. Я вяжу так. Вот. Я вытаскиваю. Вот так я вам показала, как. Я всегда так вяжу. Так. Теперь смотрите. Так. Я вот выровняла, видите, все петельки. И теперь вот 33 петля, которая для соединения, мы ее берем, переносим с левой спицы на правую и снимаем. Так, таким образом. И подтягиваем. Так, на спицах у нас опять 32 петли. Так. Все, проверьте, чтобы ровно лежали петли. И теперь вяжем первый ряд. Первый ряд вяжем 3 лицевые петли. Так, можем повесить сюда маркер, чтобы было вам удобнее. Я вот повесила маркер. Это у нас начало будет ряда. Так, вяжем 3 лицевые петли. Одна, вторая, третья. Провязали мы 3 лицевые петли. Так, теперь одна изнаночная петля. И дальше вяжем 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 1 изнаночная петля. Так, вот мы провязали раппорт узора 7 лицевых, 1 изнаночная. Они будут повторяться.
Так, теперь опять вяжем 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 изнаночная. И продолжаем. 7 лицевых, 1 изнаночная. И в конце первого ряда вяжем 4 лицевые петли. 1, 2, замыкаем ряд. 3, 4. А в начале мы ряда провязывали 3 лицевые петли, 1 изнаночная. А потом уже работа зарушила. Так, вот мы провязали первый ряд. Вот мы дошли до нашего маркера, начало и конец. Так, первый ряд закончился. Вяжем второй ряд. Второй ряд вяжем постоянно 7 изнаночных, 1 лицевая. Так, второй ряд. 1 изнаночная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 изнаночных, 1 лицевая. И так продолжаем до конца ряда. И в конце ряда 7 тоже изнаночных. 6. И последняя 1 лицевая петля. Вот мы провязали раппорт второго ряда, раппорт узора, который состоит из 8 петель. Второй ряд провязали. Так, теперь будете повторять узор с первого по второй ряд. Теперь я сейчас покажу, как будем прибавлять, если вы хотите расширить, как я вот здесь расширила. Вот здесь я вязала без прибавления, видите, каждая складка идет без прибавления. А здесь я уже начала прибавлять, здесь идет у меня 3 петли и 1 лицевая, и здесь на изнаночной стороне 1 изнаночная, то есть раппорт узора 8 петель, а здесь уже раппорт узора у меня идет 12 петель, то есть 4 петли прибавилось, то есть я прибавила по здесь слева и справа по 1 петли, и здесь слева и справа по 1 петли, получилось 4 петли добавилось. Вот сейчас покажу, как мы делаем, если хотите расширять вот эти складочки. Так, я вам показываю сейчас. В общем, узор повторяется с первого по второй ряд, я вам напоминаю. А показываю, как добавлять будем сейчас по ребрышкам узора петли для расширения складок. Вот, начало ряда нового, мы сразу, вот лицевую идет сторона, видите, одни лицевые петельки. Мы сразу здесь, вот таким образом. Кому непонятно, можете у меня в руках посмотреть, запись есть еще специально. Вот таким образом, видите, я промежуточную петлю одеваю сюда, на левую спицу, и провязываю ее. Вот лицевую петлю я провязала, так. Теперь дальше вяжем 7 петель, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лицевые. Вот идет дальше. Между, вот мы дошли опять вот. И провязываем 3 петли лицевые. Раз, 2, 3. Теперь вот идет у нас как бы изнаночная сторона. Сейчас я тут лучше. Мы сейчас вот добавили с одной стороны вот здесь. Вот тут. Теперь будем вот здесь добавлять. Слева и справа. Мы промежуточную петлю так делаем. И провязываем
лицевой, это изнаночная петля. Следующая, это ребро у нас внутреннее идет. И опять промежуточная петля. Мы провязываем ее лицевой. Так. И дальше вяжем 3 петли лицевой. Раз, два, три. И вот у нас идет следующее вот ребрышко. Так, одни лицевые, видите? Вот я вам показываю. Вот они идут. Мы возле них тоже прибавляем слева и справа с промежуточных петель по одной петле. Вот, вытаскиваем. Вот я беру петлю лицевая. Теперь это же как ребро плиссе. Теперь опять возле нее мы промежуточную петлю на левую спицу и провязываем лицевой. Так, и дальше повторяем, как мы вязали. То есть мы вяжем, доходим вот до где в этой стороне. Вот видите, мы слева и справа добавляем лицевая. Здесь лицевая мы добавляем с промежуточной петли по одной петле. Тут 2 добавилось. И здесь возле этого ребрышка тоже с промежуточных петель. Тоже по одной петли мы добавляем. Тоже добавляется 2 петли. Итого 4 петли. Третья лицевая. Вот теперь у нас изнаночное ребро. Мы возле него добавляем. Теперь провязываем изнаночное. Теперь опять возле него добавляем. В уроках можете более подробно посмотреть. Так, и провязываем 3 лицевых. Раз, два, три. То есть, после каждого 3 петли лицевые я с промежуточной петли достаю, вот видите, лицевую петлю провязываю. У нас добавляется с одной стороны, потом идет лицевая, потом опять вот этой лицевой мы достаем промежуточную петлю, опять провязываем, потом лицевую провязываем, потом опять вяжем 3 петли, потом возле изнаночного ребрышка провязываем. Одна лицевая с промежуточной, потом изнаночная петля, а потом опять одна лицевая с промежуточной. Так повторяете до конца ряда. Так, я вот вам показываю. Вот так будете повторять. Тут у нас раппорт узора 8 петель, а тут уже 12 петель. Все, закрытие петель, вот чтобы они вот так и хорошо стояли, да, эти ребра плиссе, можете у меня в уроках посмотреть, там у меня хорошо очень, я дам ссылку под видео в описании, можете посмотреть. Все, на этом все, спасибо за внимание, благодарю, что заходите на мой канал, подписывайтесь, пишите комментарии, до новых встреч, до свидания.